Рассказываю, как расколоть толстое сучковатое полено. Предупреждаю, девочки, это не под силу, потому надо позвать мальчика. Либо сильного, либо умного. Коля! Во-первых, надо надеть перчатки, чтобы не поранить руки. Во-вторых, надо убрать электропилу, чтобы отлетающим поленом ее не повредить. В-третьих, надо убрать провод от электропилы, чтобы отлетающим поленом его тоже не повредить. Большинство мальчиков, которые сильные, берут топор и делают вот так. Потом делают... Некоторые особо сильные мальчики советуют взять колун и попробовать расколоть полено колуном. Примерно вот так. Как видите, это довольно сложно. Поэтому беру вот такой вот топор без топорища. Этот топор сломала моя жена. Как ей удалось, я это не знаю. Ставлю топор на полено. Беру кувалду или колун. И неторопливо стучу. Стучу. И получаю результат без особых усилий. Для этого можно было бы использовать топор с топорищем, но есть опасность. Топор мог бы отлететь и ударить меня в колено этим самым топорищем. Для русской женщины нет ничего невозможного. Подальше руку возьми. Руку близко не держи, ты можешь ударить рукой. Офигеть. Как видите, для русской женщины нет ничего невозможного.